Городской район и ЗАГСы поздравили родителей новорожденных, появившихся на свет накануне и в День защиты детей. Им вручили свидетельство о рождении и подарили цветы. Юных жителей Стерлитамака, в 5 семьях родились дети, поздравил глава администрации Владимир Куликов. Он отметил важность этого события, чудо появления малыша. Рождение ребенка – это рождение нового человека, это ваше будущее, это вы будете вкладывать в него всю свою душу. Счастья, удачи, ну и, конечно же, воспитывать детей нужно большое терпение. Поэтому вам огромного материнского и отцовского терпения. Жителей Стерлитамакского района стало больше на 3 малыша. Их назвали Светлана, Самир и Милана. Последняя девочка – 5-й ребенок в семье Ишбердиных. Родителям новорожденных адресовали теплые слова и дали наказ воспитывать детей достойно. Хотелось бы пожелать нашим новорожденным детям, также их папам и мамам, счастья, здоровья, чтобы детки выросли достойными гражданами нашего Стерлитамакского района, Республики Башкортостан, ну и, естественно, гражданами Российской Федерации. Церемония торжественной выписки проводится в Стерлитамаке уже 25 лет и всегда волнительна для родителей новорожденных, даже для тех, кто не в первый раз познает радость материнства и отцовства. Очень много впечатлений, потому что рождение каждого ребенка это как-то по-своему принимается. Планируете еще раз прийти сюда? Мы уже боимся заикаться. Гульназ Абдуллина, Вадим Мансаров, Стерлитамак, служба новостей.